Привет, друзья! Хочу показать вам новые украшения, которые навеяны Шивой, богом йогов, и его семьей. Шива – это такой очень интересный противоречивый персонаж. Логику Шивы понять для западного ума просто невозможно. С одной стороны, Шива – это разрушитель, с другой стороны, Шива переводится как «добрый», «милостивый». Шива — это аскет, который живет высоко в горах, носит аскетичные украшения из рудракши, практически без одежды, одежда из шкур животных. Там какая-то набедренная повязка у него, по-моему, была. С другой стороны, символ Шивы — это Шивалингам, который намекает на что-то другое. И Шива — это семейный бог, который говорил о важности любви. А у Шивы была жена Парвати и дети. Самый известный из его детей — это Ганеш. Ганеш — устранитель препятствий, символ изобилия. Мальчик с головой слона. А почему у него голова слона? Ну, потому что папа Шива отрезал ему голову. Представляете, отрезал голову собственному сыну. И это отрезание головы символизирует, с одной стороны, безжалостность Шивы, с другой стороны, его милостивость, потому что отрезание головы — это символ избавления от эго. Избавляясь от эго, мы ничего не теряем, мы только приобретаем. И с этого начинается творчество, с этого начинается изобилие. И Ганеш — это символ избавления от препятствий в области изобилия. Эти украшения, аромабраслет, сделанный из семян рудракши и тигрового глаза. Здесь декоративная бусина из шкур животных, как бы звериная такая бусина. Вот. И бусы тоже из рудракши и натурального тигрового глаза с Ганешей. Почему это арома украшение? Потому что пористая структура рудракши позволяет держать аромат чистых эфирных масел где-то 1-3 дня. К этим украшениям я прилагаю аромат. Это будет корица с апельсином, аромат изобилия. Вот. Йога — это мои корни,